Здравствуйте! Рад вас приветствовать на своем канале. Одним из важных этапов создания интернет-проекта является, конечно же, покупка доменного имени. Соответственно, до этого вы уже провели анализ рынка и большинства конкурентов, рассчитали перспективность проекта и сроки его окупаемости. Если по какой-то либо причине вы еще этого не сделали, то мы поговорим об этом немного позднее. В данный момент обсудим достаточно простую, по мнению многих пользователей, операцию. Это покупка домена. Покупка домена достаточно простая и обыденная операция, но даже в ней кроется много скрытых нюансов. Как говорится, дьявол скрывается в деталях. У одних регистраторов стоимость домена низкая, но при этом разные функции и инструменты оказываются платными, а у других регистраторов низкая стоимость при покупке, но стоимость продления домена оказывается вдвое, а то и втрое выше первоначальной стоимости. Иногда эти факторы могут быть собраны все вместе. Для регистрации домена я воспользуюсь услугами сервиса, которые есть в интернете. Для этого зайдем на Яндекс и введем поисковый запрос. В данном случае запрос я ввел уже давно, а просто вставляю его. Находим сайт, к примеру, этот. Переходим на него. И мы видим очень интересно. На сайте представлены различные доменные зоны. RU, Soviet Union, COM, NET, Org, name, info, me, biz, pro, tv и другие. Также представлены кириллические домены. Все эти домены могут потребоваться вам для вашего бизнеса. Предположим, что для своего проекта вы выбрали доменную зону ru. Для этой зоны можно посмотреть стоимость домена у различных регистраторов. Здесь мы также видим, что цены обновились 18 часов назад. Из тех компаний, которые представлены в списке, на взгляд, можно выделить по крайней мере 3. Я бы выбрал WebNames, R01 и rec.ru. Для примера я возьму регистратора rec.ru. Для этого перейдем на его сайт. Здесь я уже ввел какое-то доменное имя и, соответственно, посмотрел стоимость. Так, значит, смотрим внимательно. Стоимость домена на один год равняется 199 рублей. Это так же, как указано на предыдущем сервисе. Чтобы посмотреть дополнительные услуги для домена и их стоимость, перейдем по ссылке «Стоимость услуг». В данном случае страницу я уже открыл. Итак, полное скрытие персональных данных для доменов RU и RF бесплатно. Отлично. На некоторых сервисах данная услуга платная. Так, электронное оповещение. Данная услуга на некоторых сервисах бесплатно. Смотрим далее. Поддержка DNS для домена второго уровня. На некоторых сервисах эта услуга бесплатная. Сертификат по регистрации. Чаще всего эта услуга платная. Свидетельство о регистрации домена. Что нам предлагают в качестве ништячков? SSL-сертификат к домену и хостингу. Посмотрим, что же это такое. Домен 199 рублей. Хостинг 1382 рубля. SSL-сертификат 5400 рублей. Честно говоря, не знаю, что это за SSL-сертификат, когда стоимость стандартного SSL-сертификата от 300 до 500 рублей в год.
хостинг, средняя цена от 100 до 300 рублей, ну пусть даже до 600 рублей в месяц для одного сайта небольшого. В данном случае стоимость владения доменом в год составит у нас сумму 6099 рублей. Сюда я включил стоимость покупки домена, стоимость управления DNS 300 рублей, стоимость оповещения 200 рублей и стоимость SSL-сертификата 5400 рублей. На данном примере я показал вам, насколько может увеличиваться стоимость владения домена за один год. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, читайте и смотрите наши материалы. Впереди еще много интересного.